Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Coinsy ADS. И сегодня хочу проверить его на вывод. У меня 18 тысяч сатошиков. Также здесь вот есть статистика выплат, можно это все просмотреть. Выводят и на Perfect и Pair платят мгновенно, друзья. Последние платежи. Давайте проверим. Кликаю вывод. Pair стоит по умолчанию. И увидите сумму в сатошах. Минимум 3000 сатошиков. Я буду ставить 18000. 18. Раз, два, три. Это сразу видим, конвертируется в доллары. $8.29. И адрес кошелька. Кликаем вывести. И нужно взять код с почты. Идем на почту. Берем код. Копирую этот код аккуратненько. Копировать. Возвращаюсь. Вставляю код. Защита. Подтверждаю. И все, баланс мой обнулился. У меня стало 752 сатохи. И идем обратно на почту. Это я уже, мне не надо, удаляю. И Pair. Смотрите, плюс 8.35. $8.35. 11 февраля 02. И комментарий. coinsyads.com платят мгновенно, то есть инстантом. Также, друзья, здесь, конечно же, рай для рекламодателей. Кто хочет рекламить свои проекты, здесь минимальный депозит составляет $1. Вот, если мы введем $1, и здесь неплохо можно, это 2092 сатоши. Значит, рекламка. Я обожаю рекламу ПТС и баннерную рекламу. Здесь довольно-таки дешевая ПТС-рекламка. Значит, сюда URL заголовок, описание краткое. И 200 показов. Значит, и обязательно после просмотра сайта открывается в новом окне. Я обязательно кликаю вот эту вкладочку. Она немножечко подороже. И как раз вот денежки как бы хватит. Вот. На просмотр. И баннерная реклама. Например, это тоже довольно-таки недорого. Вот. Здесь вот за 200 просмотров. Баннер 250 на 250. 1906 биткоинов сатошиков. Если кликнуть, будет 2096.81. Вот. Ну, довольно-таки не завышены цены, как я рекламлю на таких подобных сайтах. Реклама недорогая довольно-таки, не завышена. На этом все. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Зарабатывать здесь можно абсолютно без вложений начинать. Ну и также по желанию покупать членство. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.